Всем привет! Приехав с Черного моря, мы приехали на другое море. Это называется карьер по добыче камня. Каменище, короче, называется. И тут очень интересная вода. Берег тоже весь из камня сделан. Сейчас спустимся и посмотрим. А вон аппарат стоит, который раньше добывал здесь камни. Такая тут интересная дорога. Все размыто, не знаю почему. Но на машинах здесь, конечно, тяжело проехать будет к пляжу. А пляж огромный. Пляж такой, как будто скала здесь. Вот прям не песок, а просто камни. Но зато вода супер прозрачная и очень глубоко. То есть тут сразу глубина там 3 метра, наверное. Вот. Огромное озеро такое. Мы нашли здесь такой пляжик. Пляжик? Это называется пляжиком? О, тепленькое. Классно. Кстати, с гальки с Черного моря тапочки тут тоже подойдут. Потому что босиком здесь ходить, наверное, тоже больно довольно-таки. Тут просто вот такой обрыв, и там глубина. Да? Солдатиком? Ты же с разбега прыгал. Макс, ты же с разбега. Дети веселятся. Вот такой пляж. Скала. Нет, добыча раньше здесь велась, камни. Нет, такой бирюзовый. Вот. Нормально. Такое классное озеро. Здесь вот единственный такой более-менее пляж. Тут везде вон камни, камни, камни. И вон там стоят такие машины, которые добывали эти камни. Мы решили дойти до них, посмотреть, что там за тачки припаркованные. Так, мы дошли. Вот здесь огромный ковш такой, как вот контейнер для сбора мусора. Он называется, по-моему, Драга. Тут вон тоже какая-то бурилка. И вот огромный вот этот. Вон. Человеки. Прям как. С чем сравнить-то даже по размеру. Ну такой как бы двухэтажный домик. Ну что? Лен, ты не поднимайся. Мы идем наверх. Поднимаемся. Все, потом спускаться страшнее будет. А, ну слава богу. Сейчас хотя бы сюда. А что, старый? Да. Ты не помнишь? Нет. Она стоит. Она сейчас как ездила? Она не ездила, Саня. Она поворачивалась и гребла вот этой драгой из этого карьера. А, вот. Иди ты маленькая. Да. Лен, залезай. Пошли вниз, я хочу. Так, надо все поснимать.